Привет, Пелотон, с вами Зет, и сегодня будем проходить осенний сезон Forza Horizon 4, так что устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, ну а мы начинаем. Значит, фотоиспытание, Форзатон, маленькие испытания, триал, игровые площадки, как всегда, выходки сезона, ну и три гоночки. Напоминайте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео, ну и нажимая на колокольчик, а мы начинаем. Вот здесь у нас будет первый прыжочек. Я везде взял Феррари 599 XXL, так что тачка топ. Кто не знал, очень даже круто едет. Вот так мы здесь на ней шикарнейшим образом прыгаем. Бьем свой рекорд. И достигаем сезонную цель. Пользуйтесь на здоровье. Калтон Хилл. Это у нас следующая цель. Показываю, как правильно проходить этот поворот, у кого могли здесь возникнуть проблемы. Вот так вот все это делается просто на этой гениальной вообще машине в плане аэродинамики, потому что она просто офигенная, ребята. Она должна быть у каждого гаража. Я вам правду говорю, эта машина, она шедевр в плане гармоничности аэродинамики вместе с тем скорости. Большая редкость. Дальше проходим скоростную зону холмы. За все смелые выходки мы получаем по одной призовой супер игре. Супер призовая игра — это где три сразу крутится скролла. Также заходим с Форзатон и смотрим, а тут у нас райзер точен, так что идем продавать. Для тех, кто не знал, как качать тюнинг, не заезжая дом, заходим в меню, заходим в машины, конфигурации тюнинга, нажимаем Backspace. Вводим автор, например, ZT8552, это я. Мой ник. Кстати, у нас есть Discord канал, там куча классной инфы, которая не выходит на YouTube, так что залетайте к нам, всем рады, вместе проходим. А вот тюнинг на мою Subaru Legacy RS. Едет офигенно. Орет, как не в себя. У нее очень высокооборотистый такой злобный мотор ралли, так что едет, правда, очень круто. Меня никто не мог на ней догнать вообще никак. Всем советую именно эту машину брать. Даже если вы захотите ее сами затюнить, вы спокойно можете все это сами сделать, потому что, как мне кажется, она довольно проста в настройке и в тюнинге самом. Так что дерзайте. Ну и за это мы все получаем. Цельку 94 года. Тюнинг на S1900 едут только одни Lamborghini на Diablo SV. Управляется она очень даже, просто я здесь плохо вошел в поворот. Напоминайте, поставь, пожалуйста, лайк и подпишись на канал, для меня это очень важно. Ну и вот так шикарнейшим образом мы уезжаем от всех своих соперников, ближайших конкурентов и кого угодно. Потому что Diablo — это сила. Вы можете сюда взять Aventador какую-нибудь, блин, 12-го года. Можете поставить себе всякие помощники, но я еду без помощников на экспертной сложности ботов и... Я делаю это вообще со спокойной душой, мне так хорошо от того, как я еду, поэтому, господа, ставьте мой тюнинг и кайфуйте. И за это все мы получаем Centenario, которая, блин, никому не нужна. Ну, как бы. Дальше Holden Tarana A9X на прохождение гонок, где нужно проходить только на Холденах. Едет очень даже хорошо. Но вот Марана, как вы видите, у моего кореша тоже нормально едет. Кстати, залетайте к нам в Discord, мы там общаемся. Сейчас по случаю 50 подписчиков будем смотреть фильм, а на 100 подписчиков я разыграю среди вас всех Ferrari 812 Superfast. Так что заходите, подписывайтесь на канал. Всем рад, всегда рад с вами поиграть. Ну и вот такая приключилась со мной ситуация. Я еще и второй. Это кошмар кошмарный. Но из-за этого мы получаем Holden Via Group. А. Чтобы сделать фотографию, перемещаемся на фотографию. Это ветряная мельница. Делаем пшик. И вот мельница, крутись, выполнено. Затем мы заходим, крутим вилспинчики. Про это не забывайте. Выпадает, как всегда, какой-то кал. Ну да ладно. Я не претендую на что хорошее. Джип. Grand Cherokee Trackhawk. Очень крутая тачка именно для этой гонки. Очень хорошо едет. Прям, ребят, всем советую именно его здесь брать. Хотя трейлка тоже хорошо едет, но... Как-то вот не знаю вам даже, что сказать по этому поводу.
Он очень бодрый, он очень классный, и в моем тюнинге он очень классно едет, правда, поверьте мне. Все тюнинги, опять-таки, есть в Дискорде. Ну и моя боль. Мне хочется плакать. Мне правда хочется плакать. За это вы получаете у нас мотоциклетный костюм. Ну что ж, Пилотон, с вами был Зет. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, залетайте к нам на Discord сервер, там очень много классной инфы по Forza Horizon и другим играм. Ну и с вами был Зет. Всем пока.